Привет, друзья, Фикса, и сегодня мы вместе с вами побьем 10 самых невозможных мировых рекордов в Майнкрафте. Я заметил, что эта тема становится немножко популярной, и, естественно, мне тоже захотелось проверить эти мировые рекорды. Ведь я мастер Майнкрафта, и как не мне все-таки проходить это все? Надеюсь, что мы сможем их все побить, но для этого мне нужна ваша поддержка. Друзья, не забудьте поставить лайк и даже подписаться на канал. Давайте уговор, если я побью все эти 10 рекордов, то вы точно подпишитесь на канал и поставите лайк. Согласны? Тогда мы начинаем. Приятного просмотра! Первый рекорд — это самая быстрая смерть. 3,3 секунды. Ровно столько времени нужно, чтобы умереть в Майнкрафте. Но прямо сейчас мы докажем, что мы можем это сделать быстрее. Итак, создаем новый мир и пытаем нашу удачу. Надеюсь, что нам повезет, у нас будет великолепный спаун, чтобы очень быстро умереть. Так, мир почти создался. Приготовились и... Где? Ножи! Нет, это слишком долго, не повезло со спавном. Создаем новый мир, поехали. Давай, Майнкрафт, не подведи меня, ну же. Так, где, отлично. Нет, это тоже все очень и очень плохо. Нужно создавать новый мир. Новый мир номер 3, создать. Как же долго создаются миры в Майнкрафте. Надо побить рекорд по созданию мира, мне кажется. Давай, 95, 100, ну же. Беги, да, быстрее. Да, мы сделали это. Я не уверен, но, кажись, мы смогли. Давайте еще раз попробуем. Вот мы сразу же с вами прыгаем и... я выжил? Чё? Ох, было трудно, но мы смогли. Идем дальше. Что это было? А для этого мне потребовалось создать миров, наверное, 100. Это рекорд по нахождению лука-батуна. И мне это удалось сделать ровно за 10 секунд. И получается, поставил этот рекорд я. Поэтому у меня предложение к вам. Если ты уверен, что сможешь побить этот рекорд и сделать лучше, отправляй видео-доказательства в мой телеграм-канал под последним постом. Ссылка на мой телеграм-канал в описании. Я обязательно посмотрю их, и самый быстрый из вас окажется в моем следующем ролике. А теперь идем дальше. Следующим невозможным рекордом будет самая высокая лестница. Лестница за 60 секунд. Нынешний рекорд насчитывает 63 блока за одну минуту. Сейчас мы постараемся его побить. Точнее, сейчас мы его побьем. Ну что, раз, два, три, поехали. Почему у меня пропали лестницы? Где они? Господи, мозг начинает ломаться, я не понимаю, куда ставить мне эти лестницы. Тяжело, как напряжно. Ой-ой-ой, почему ты поменяла направление, лестница? Мне нужно менять направление, пожалуйста. Ребят, пожалуйста, подпишитесь на канал, это очень тяжело. Это очень сложно. Мы справимся, мы молодцы. Чуть-чуть осталось. Давай. Опять пропали. А так даже легче на самом деле. Ну уже. Я не знаю, какая высота. Так. О, господи, боже мой, вы посмотрите, что я за это время сделал. Итак, здесь у нас начинается первый блок, то есть вот это у нас первая лестница. Поднимаемся на самый верх и смотрим, какую длину лестницы мы с вами сделали. Пожалуйста, хоть бы это было больше 70. Нет, это 58, а нам нужно 63. Вторая попытка. Все. Смотрим. Нет, 60! Я теперь понимаю, почему это сложно. Попытка номер 3. Почему эти лестницы меняют направление? Меня это раздражает. Это очень сильно сбивает, потому что ты не попадаешь по блоку. Все. Так, смотрим и... Да, 63! Нет! Мы не побили рекорд! Мы сделали этот рекорд, но не побили его, нет! Господи! Если бы я здесь бы не протупил, то я бы побил. Последняя попытка, поехали! Все! Нет, не все! Вот, теперь все! Смотрим! 65! Да! Мы сделали это! Мы побили данный рекорд! Господи, это было невероятно сложно! О, ну немножко практики и все получилось! Идеально ровная лестница! Вы только посмотрите на нее, господи! Чего мне стоило, чтобы сделать это? Мы побили данный рекорд! Я в шоке. Следующий невозможный рекорд — это полный сет железных инструментов всего за 2 минуты и 36 секунд. Мир создается, значит, мы начинаем. Мы появились, так, осмотрим территорию. Пики. Корабль! Я вижу корабль. Бежим срочно к этому кораблю. Не знаю, на что я рассчитываю, но это уже четвертый мир, который я создал. Быстрее, кислород заканчивается. Железо! 15 штук, но этого не хватает! Этого не хватает! А, погодите, стоп! Нам же инструменты нужны! Нам же не броня, а инструменты! Подожди, мне хватит инструмента? Я не знаю, хватит ли мне на инструменты, но мы...
идем добывать дерево прямо сейчас. Я уже расстроился, думал, что мне в шахту придется идти. А, был бы я жестким математиком сейчас, но у меня вообще нету сил математики сейчас. Что я вообще сказал? Так, быстрее. Делаем верстак. Верстак готов. Отлично. Теперь делаем кучу палок и поехали. Супер. Потом, значит, вот так. Потом вот так. Потом вот так. И еще. Тихо. Все, я побил рекорд. Настолько легко его было сделать? Серьезно? Легко и просто. Переходим к следующему. Дальше еще интереснее, ведь мы будем должны с вами найти закопанное сокровище за 4 минуты и 10 секунд. Погнали. Это 9-й мир. 9-й мир у меня уже. Так, отлично, мы на острове. Я ничего не вижу. Мне нужен корабль. Где он? Дайте мне корабль, пожалуйста. Время, это идет 4 минуты нужно. Может быть, сокровище где-нибудь здесь есть? Но без карты не найду никак. Нашел, вижу. Так, нашел карту. Быстрее, пожалуйста. Сколько осталось? 2 минуты? Так, где-то здесь должен быть этот клад. Отойди, черепаха. Все, прямо здесь, ровно здесь. Копаем. Да, я угадал, ровно здесь. Я нашел, господи. Как же много времени у меня это заняло. Но мы побили данный рекорд. Надо значит, было создать просто миллиард различных миров. Слава богу, мы живы. И слава богу, мы побили данный рекорд. Идем дальше. Предлагаю прямо в этом мире и сделать следующий рекорд. Ведь это рекорд по максимальному количеству написанных сообщений за минуту в Майнкрафте, а именно 69. Я думаю, это вообще легко. Раз, два, три. Ребят, это легче, чем кажется. Это очень легко. У меня ощущение, что я уже сделал 69 за минуту. А минута-то еще не прошла. Могу поменять букву. Нет, лучше бы не менял. А вот так могу поменять. Ребят, я думаю, этот рекорд мы спокойно выполнили. Следующий рекорд — это самая быстрая добыча алмаза. 31 секунда потребовалось человеку, чтобы добыть алмаз в новом мире. Вы скажете, невозможно? Сейчас мы это и проверим. Создаем новый мир. Так. Время пошло, ищем. Алмазы должны быть где-то рядом, я их чувствую, я чую эти алмазы. Они где-то здесь, нет, я упал. Проблема, теряю время, осталось 20 секунд. Мне кажется, в этом мировом рекорде я немножко пролажал. Но здесь вокруг вообще ничего нету. Мир полностью пустой, да, мне кажется, нужно создавать новый мир. Новый мир создан. Так, поехали, зимний биом. Где в зимнем биоме можно найти алмазы? Здесь нету алмазов. Нет, мне кажется, тоже бессмысленно, очень плохой мир. Еще один мир и... Давай, так, отлично. Чтобы мы появились на равнине. Что может быть на равнине? Могут быть жители. Но зачем мне жители? У жителей нет алмазов. Есть что еще? Больше ничего нету. 100%. Давай. Так, что? Пирамида! Я вижу! Бежим. Срочно. Это наш шанс на победу. Там, возможно, будет алмаз. Но нам придется сломать еще блок. А у меня ни кирки, ничего нет. Окей. Мы постараемся все сделать очень аккуратно и все очень быстро. Так, прыгаем в самую середину. Теперь здесь ломаем. Ломаем блок. Я должен успеть. Алмаз должен быть там 100%. Давай. Так, тут ничего. Алмаз! Да! Все, 27 секунд потребовалось мне для того, чтобы найти алмаз. А это означает, что мировой рекорд побит. Я создал достаточно много миров, но мне повезло. Пирамида, ты лучшая, что было создано. Итак, мы побили данный рекорд. Но что же дальше? А дальше у нас очень странный рекорд. Но от этого проще не становится. 120 единиц камня добыл человек за 3 минуты создания мира. Ну, то есть булочника. Думаю, пора создавать новый мир. Итак, мир создан, мы появились в темном дубе, но это ничего не предвещает хорошего. Главное, чтобы сейчас можем добыть с вами дерево на первый топор. Для этого нам потребуется 3 куска дерева, если не ошибаюсь. Да, 100%. Давай. Так, отлично. Делаем срочно верстак, ставим его. Отлично, палки готовы. Теперь делаем кирку, великолепно. Теперь спускаемся куда-нибудь пониже. Я не знаю, куда, где здесь булыжник есть. Ух, напряги все извилины, Фиксай. Напряги все свои извилины. Мы появились в мире, где нету ни дерева, ни булыжника. Спасибо, Майнкрафт. Вообще легко и просто побью этот рекорд. Новый мир. Так, прекрасно. Отлично. Сразу же добываем дерево. Для этого нам понадобится 3 кусочка дерева. Так, супер. Отлично. Все это теперь дело перерабатываем. Верстак ставим. Теперь делаем сами палки. Теперь делаем кирку. Забираем верстак. Потому что он нам еще понадобится. А теперь начинаем копать просто ровно вниз. Все, пошла жара. Добываем булочек. Нам нужно 3 штучки. Так, 3 штучки готово. Теперь мы делаем с вами каменную кирку. Отлично. И продолжаем добывать булочек. Все, надеюсь, у нас все получится. Господи, я хочу успеть. Все! Вроде бы все, но я продолжу добывать. Ведь нам нужно все-таки побить рекорд.
И у меня сломалась кирка! 2 минуты 31 секунда понадобилось мне для того, чтобы добыть целых 120 единиц камня. А это означает, что мы сами успешно побили данный рекорд. И за 3 минуты добыли даже намного больше камня, чем хотели. Поэтому рекорд наш. На самом деле это был очень скучный рекорд, да еще и такой простой. Поэтому идем дальше. Нашим следующим невозможным рекордом будет посадка деревьев и их выращивание. Нынешний рекорд составляет 40 деревьев за минуту. Погнали! 1, 2, 3! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Эти слаймы мне мешают! Господи, слаймы вы тупые! Еще больше. Достаточно не быстро. Проблема заключается в том, что ты иногда мискликаешь, и у тебя появляется трава, которая мешает тебе вырастить эти деревья. Ладно, рискнем еще раз. 1, 2, 3. О, нет. А, некоторые из них очень долго делаются. Ай-яй-яй. Давай, давай, давай. Еще немножко, последний. Да! Получилось! 41 дерево! По идее! Мне кажется, вроде бы я успел! О, я доволен! Это было сложно и легко реально одновременно, но немножко скучновато. Следующий рекорд, который мы с вами побьем, будет постройка дома. Сейчас рекорд составляет 2 минуты 45 секунд. Думаю, мы справимся. Правда, здесь есть один нюанс. Дом будет считаться законченным, если у него будут стены, дверь, крыша и, конечно, кровать. 1, 2, 3. Так, я сразу побегу добывать этих овц, потому что у них есть шерсть. Теперь добываем дерево. 3 штуки готово. Теперь делаем с вами верстак. И делаем топор. Больше нам для этого ничего не надо. А теперь добываем как можно больше дерева. Так, 14 дерева нам не хватит, поэтому нужно больше добывать. В целом у нас так дерево, поэтому уже можем пытаться строить. Нам не обязательно строить гигантский домик, достаточно вот такого. Основа готова. Теперь делаем пол очень быстро. Итак, дверь мы ставим сюда. Сверху ставим блок. Ломаем блок здесь. И ставим здесь люк. Это у нас будет окно. С этой стороны точно так же. Крыша готова, окна есть. Так, бежим. Все, готово. Стены, дверь, крыша, кровать, все готово. Мы это сделали. Ну что, друзья, сегодня я побил 10 рекордов в Майнкрафте. Если вам понравилось, вы заходите вторую часть, где я буду побивать остальные рекорды, то не забывайте ставить лайки, а также подписываться на канал. И чем больше лайков, тем вероятнее всего скорее выйдет следующая часть. Спасибо вам за просмотр, всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока.